Ми продовжуємо підсумки дня. Я ж нагадаю, що до нашої розмови приєднується генеральний директор Асоціації страховий бізнес В'ячеслав Черняхівський. Пане В'ячеславе, я вас вітаю. Добрий вечір. Що ж, ми тут сьогодні так обговорюємо питання авіаринку, так, наскільки взагалі всі ці не прильоти до нашої держави, пам'ятаємо, так, вихідні, і взагалі ситуація з страховими компаніями позначиться на роботі самих авіакомпаній. Але на цю хвилину, за моєю інформацією, наразі 29 іноземних компаній виконують польоти до України з 34 країн світу. Деякі з них зупинили, такі як КЛМ, наприклад, так, свої польоти. Інші все-таки тримаються. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, яка все-таки ваша позиція з цього приводу, якщо говорити про те, що от одні поводять себе так, гравці ринку, так, авіакомпанії, інші по і по-іншому, з чим це пов'язано? Якщо все ж таки окремі лізингодавці, наприклад, заборонили польоти навіть у віддаленні, так, від російського кордону аеропорту Західної України, то чому інші так не поводяться? Ну, в першу чергу, страхові компанії і перестраховочні компанії – це професіональні риск-менеджери. Вони дуже добре слідять за всіми рисками, які є, в тому числі в авіаційній отраслі, от поломок и неисправностей, которые могут возникать с самолетами до времен, когда они проходят ремонт, квалификации персонала и так далее. То есть они очень внимательно за этим всегда следят. Естественно, они очень внимательно следят за всей обстановкой, которая в мире происходит. И такая ситуация, как возможные военные риски, они включаются в покрытие страховое тех полисов, которые распространяться на самолеты, которые могут летать в страны, где это потенциально возможно. К сожалению, последние 8 лет в Украине такое тоже потенциально возможно. И поэтому страхование от военных рисков, оно как бы является, ну, достаточно распространенной практикой. При этом компании, которые занимаются страхованием и перестрахованием этих рисков, то есть и страхуют зарубежные компании свои напрямую, или там это украинские авиакомпании, которые страхуются здесь и перестраховываются на зарубежных рынках, они очень оценивают ситуацию с безопасностью. В первую очередь, это для них основной приоритет. Потому что деньги деньгами, и даже большие деньги, которые там можно выплачивать в случае наступления каких-то страховых событий, они происходят не только из-за военных рисков, как мы знаем. Но ситуация по военным рискам всегда, она особенно неприятна, потому что здесь есть внешний фактор. И, к сожалению, Украина такую ситуацию за последние годы пережила там дважды, когда сначала над Украиной взбили малазийский Боинг, который летел как раз из Нидерландов, МН-17, да, и поэтому, я думаю, очень чувствительный как раз КЛМ к тому, что рейсы, которые проходят, тот рейс не летал в Украину, он просто пролетал над Украиной. Мы знаем, что после этого были закрыты для полетов зоны, связанные с оккупационными территориями, оккупированными территориями, это Крым, Донбасс, и самолеты не летают сейчас над ними. А все остальное небо закрыть или открыть – это решение украинских властей. И, соответственно, Украерорух говорит о том, что как бы можно летать до сих пор. И никаких проблем с этим нет. То есть мы не закрываем свое небо. При этом мы прекрасно понимаем, что любая авиакомпания смотрит очень внимательно на ситуацию с безопасностью. И раньше они говорили о том, что если что-то будет меняться, то изменения будут вноситься в договоры страхования, там, например, за неделю. Ну а чому тоді, наприклад, до Кабулу можна літати, а до України, до Києва не можна? Для риска очень важно, чтобы его можно было посчитать. Сейчас ситуация такая, что прогнозировать этот риск никто не может. И как раз сейчас может быть активная фаза военных действий, связанная в том числе с авиацией и с работой систем ПВО. И вот ситуация, которая была в январе позапрошлого года, когда по ошибке в Иране сбили наш самолет, который международных авиалиний летел, только взлетел из аэропорта в Иране, и как раз это была ошибка системы ПВО, которая посчитали ее вражеской целью. На самом деле эти риски большие, и вопрос не только в компенсации, не столько в компенсации, потому что в первую очередь вся система пассажирских перевозок говорит о том, что в первую очередь во главу угла ставится безопасность пассажиров и экипажа. Поэтому, естественно, авиакомпании
очень внимательно к этому относятся. И страховые компании, о которых я сказал, выступают как бы дополнительным риск-менеджментом здесь. Они не запрещают компаниям летать. Они просто говорят о том, что есть риски, когда мы не сможем сейчас прогнозировать. А скажіть, будь ласка, пане Вячеславе, ми тут в студії в першій частині нашої розмови зійшлися на думці, що все-таки єдиною такої точки зору серед страховиків, зокрема міжнародних, у яких перестраховуються наші українські компанії, немає щодо того, там, наприклад, вони будуть гарантувати ризики, не будуть гарантувати ризики, поки однозначної позиції немає. Можливо, ви все ж таки там ближче до страхового бізнесу, ви можете однозначність якось внести в нашу розмову. Смотрите, решения, которые принимаются, они раньше принимались там на какой-то длительный период. В связи с сегодняшней ситуацией возможность пересмотра таких решений между подтверждением и снятием гарантий по таким военным рискам, они уменьшились там до 2 суток. То есть сегодня нам говорят о том, что сегодня и завтра как бы мы вам гарантию даем, а о том, что будет послезавтра, вы узнаете завтра. То есть мониторинг идет просто ежедневный. И вопрос не в том, чтобы сейчас сказать, что одни поступают так или другие поступают иначе. Они принимают точно так же решения ежедневно, исходя из всей ситуации, которая есть. Мы можем оказаться там, сегодня эти самолеты летают, завтра ситуация может поменяться, и послезавтра их не будет. Или наоборот, там послезавтра ситуация улучшится, и тогда те, которые перестали летать, вернутся. Добре, пане Олеже, як ви вважаєте, як все-таки ситуація може вплинути на ціну перельотів? Зокрема, ми пам'ятаємо історію в Грузії, так, в 2008 році, коли страхові платежі підняли до 30 тисяч доларів за рейс. Скажіть, будь ласка, чи можна тут проводити паралелі? Ну, еще пару слов в отношении той темы, которую мы обсуждали с Вячеславом. Я хочу сказать, что в треугольнике лизингодатель, авиационная компания и страховая компания, обычно авиакомпания – это тот субъект, который консервативнее всего относится к оценке рисков, потому что эта авиакомпания выполняет полет, ее пилоты туда летят, и, конечно же, на ней самый большой риск и самая большая ответственность. И тот факт, что в данном случае, ну, как следует из той информации, которая есть в публичном поле, инициатором переоценки рисков выступает не авиакомпания, а страховой рынок, конечно, дает индикацию о том, что, может быть, здесь есть и другие факторы, не только, собственно говоря, связанные с оценкой риска, а какие-то, может быть, политические или финансовые факторы. Теперь в отношении стоимости полетов и возможного изменения стоимости полетов в связи с повышением стоимости страховок. Да, есть такая практика. В отдельных случаях страховой рынок может переводить работу с перевозчиками на ручное управление и оценивать каждый полет отдельно, выставлять стоимость страховки для каждого полета отдельно. Но то самое можно обговорювати зараз за лаштунками, пока мы тут в студии, так? Да, конечно, как правило, эта ситуация возникает в случае значительного увеличения степени риска. И да, это, безусловно, может отразиться на стоимости полетов. Так было в том примере, который вы приводили относительно Грузии. Может быть, мы увидим эту ситуацию и в Украине тоже. Пане Вячеславе, а як ви гадаєте? Наверное, доповню Олега, да, там, так, от щодо ціни. Других факторів, ну, знаєте, ціна формується кількістю. Як тільки компанії стане менше, а людям літати потрібно, то ціна буде рости. Поки компанії багато, ми бачимо, що ціна виросла там, ну, незначительно. Завтрашній рейс стоїть там 500-600 доларів. Мы прекрасно понимаем, там в Европу я имею в виду, и мы прекрасно понимаем, что это такие достаточно обычные цены, может немножко подняты относительно того, что там сегодня на завтра цены, потому что очень большой спрос сейчас на билеты. Относительно других факторов, о которых упомянули, я думаю, что очень важные моменты – это то, что все авиакомпании, они являются публичными акционерными обществами, их акции котируются на бирже. И, соответственно, любой авиационный инцидент, особенно катастрофически, отражается на стоимости акций, на капитализации компании, на доверии акционеров. Не говоря уже о том, что эти компании, они очень сегодня выступают во многих случаях по социально значимым и социальную ответственность своего бизнеса объявляют. И поэтому им ни в коем случае нельзя рисковать и оказаться в заголовках газет, что их авиакомпания пренебрегла чем-то, плохо обеспечила безопасность, не прислушиваясь к каким-то рекомендациям. Напомню тоже, вот малазийскую авиакомпанию мы вспоминали, чей рейс MH17 был сбит, и хотя она вообще не была в этом никак не виновата, и рейс не летел даже из Украины или в Украину, а просто пролетал, тем не менее акции этой компании тут же обвалились на бирже,
По всему миру на нее упали там на треть заказы ее билетов. Это привело к тому, что компания оказалась в очень плохом финансовом состоянии, уволила 5000 сотрудников, после этого обанкротилась, и правительство Малайзии выкупало эту компанию за полмиллиарда долларов. Это вот случай, когда они не были виноваты. Если же кто-то заявит о том, что компания недостаточно внимательно отнеслась к каким-то предупреждениям, то это будет и судебные иски, и уголовное преследование, и отставка руководства, и громадные финансовые потери. Поэтому лучше сегодня заплатить штрафные санкции тем, кто не хочет лететь, или даже заплатить какие-то дополнительные неустойки из-за срыва билета, из-за срыва полетов, и вернуть билеты с неустойкой, и через неделю, когда все успокоится, опять вернуться, чем подставлять себя под такой риск громадным публичным компаниям. Але все ж таки, якщо подивитися на сьогоднішню так кон'юнктуру ринку, декілька гравців вже заявило про те, що міжнародних так авіакомпаній заявило про те, що вони не будуть літати Києвом. Скажіть, будь ласка, наскільки все таки на завершення так можуть піднятися так ціни на білети? Там от називають цифри у 3 рази, наприклад. Не знаю, этот вопрос как бы зависит, еще раз говорю, от того, как, сколько будет полетов в конкретные точки. Поэтому этот вопрос ну, как бы выходит за рамки страхового покрытия. Но как только ситуация нормализируется, еще раз говорю, мониторинг идет ежедневный. Те компании, которые отозвали свои авиационные борты, они их вернут точно так же в ближайший там, за день. Мы опять увидим все эти рейсы в расписании. Добре, ми будемо слідкувати за ситуацією. Пане В'ячеславе, дякую, що були з нами на Skype-зв'язку. До побачення вам, гарного вечора. Приєднуйтеся ще до нашого ефіру. Дякую. Що ж, на цьому ми не прощаємося. Пане Олеже, теж вдячна, що ви прийшли до нашої студії. В наступній частині до нашої розмови приєднається експерт з безпеки та оборони Олег Старіков. Тож зустрінемося з вами буквально за декілька хвилин. Будемо говорити про те, як пройшов візит Олафа Шольца, канцлера Німеччини, до України, про що говорили, які заяви нові ми почули від нашого президента. Тож не перемикайтеся.